За день до юбилея спортивно-танцевального клуба в Большом зале дворца проходит интенсивная тренировка. Все готовятся к выступлению. Юные ребята танцуют ча-ча-ча и самбу. Занятия проводят мастера спорта России международного класса Александр Плотников и Владлена Рыбакова. Мы обязательно подготавливаем наше тело, то есть у нас идет разминка. Дальше мы проходим основные движения, прорабатываем качество, да, то есть отрабатываем какие-то элементы в руках, в ногах. Потом мы обязательно протанцовываем все танцы, чтобы это закрепить. Ну и в конце у нас всегда красивый поклон. И всегда, чтобы на позитивной ноте закончить, то есть мы дарим друг другу аплодисменты и идем отдыхать. А на сегодня танцевальный спорт очень развивается, и сегодня на соревнованиях могут участвовать не только пары, мальчик с девочкой, а еще солисты, то есть девочки выступают по одному и занимают первые места. Сейчас в клубе занимаются примерно 100 детей, в группах по 20-25 человек. У возрастной категории «начальные классы» часовые тренировки по спортивно-бальным танцам проходят трижды в неделю. Ребята постарше тренируются дольше и чаще – 4 раза в неделю по 2-3 часа. Приводить ребенка на спортивные бальные танцы можно с 3 лет. Конечно, они учат только сначала ритмические танцы, детские танцы, но уже основы бальных танцев мы потихоньку их проходим. То есть это, например, удары в музыке в медленном вальсе, хлопки под танец ча-ча-ча, коленки выпрямлять учимся. Вот, то есть потихоньку дальше они уже все ближе к бальным танцам подходят. И это все очень красиво, ну и для здоровья очень полезно, поэтому многие родители приводят своего ребенка, чтобы была красивая у нас осанка, чтобы мы прорабатывали стопу, чтобы мы были грациозными, воспитывали характер, потому что танцы у нас не просто танцы, а именно еще и спорт. Вот, мы можем с помощью танцевального спорта завоевывать звания мастера спорта России. Уже с 7 лет дети выступают на соревнованиях и турнирах. Пара Есения и Роман и пара Мария и Сергей уже участвовали и даже побеждали в городских состязаниях по танцевальному спорту. Ну, это красивый спорт, потому что я люблю выступать и люблю спорт. Мне предложили, сказали, что тут очень интересно, и я согласился. Мне нравится медленный вальс и латиноамериканская программа. Мне больше нравится латиноамериканская программа. В первую очередь это желание. Желание родителей водить ребенка на занятия. Вот. Ну и, конечно, чтобы сам ребенок приходил с улыбкой на занятия, чтобы он хотел развиваться и заниматься. По поводу того, что нужно нам на занятия, если это младший возраст, то это чешки и удобная форма одежды. Это футболочка для мальчиков, может быть, это шорты либо штаны, у девочек это купальник с юбкой. Начать заниматься спортивными бальными танцами можно в любом возрасте. Ведь кроме детских групп, в клубе есть программы и для взрослых.